Девочки, не хотите пару слов сказать? Как вы соболезнуете, да? Да. Очень тяжело. Я понимаю, так что война войной, а вот именно убивать людей, которые... По-человечески вообще как можно, столько, как можно в упор стрелять, как вы считаете? В Библии что написано? Не убей, как там? Не убей, да. Не убей, не... Не гради, не убей, не... Ну, вы думаете, кто совершил этот теракт, если говорят, кто они, этот верующий? Это просто убивать людей, которые вообще не имеют ничего ни к войне, ни к ничему. Просто люди, которые живут на земле, как все остальные люди. Как ты можешь прийти и взять и убить, при том, столько много людей, невиновных? Мы все люди, мы... Вообще ненависть, мне кажется, плохое ненависть чувство. Это плохое чувство, правда, ненависть? Черта, и не бояться Бога, потому что надо бояться человека. Какие бы ни были, но это люди, дети, новости. Я, например, всю ночь не спала, вот смотрела, не могла спать. А вот вы тоже, да, наверное? Слушай. С самого начала там как-то еще и подошли, еще и не было. Ну это одни для отхода, они отличаются. Это понятно, это да, но понимаешь, я думаю, когда они забаррикадировались снаружи, кто-то, я думаю, кто-то был в сговоре из этих работников. Конечно, не было. Все планировали. Я не знала насчет сговора, но это все запланировано даже очень неплохо. Да, да. Спасибо большое. Спасибо за то, что вы умеете сопереживать. Как вас зовут? Валентина. Алиса.